Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. В одном из предыдущих видео я рассказывал о множественных источниках дохода. Я в том видео сказал, что я просто вот в конце видео покажу вам, как можно сформировать легко и просто дополнительный источник просто дохода, который будет капать вам, это вот, так сказать, как бы ваше озеро. Я вам показал табличку. В этой табличке просто вы вносите свой, как бы, возраст, сколько посильно вы можете откладывать в месяц, и вы смотрите, через сколько там, через какой период времени ваши доходы будут достаточны для того, чтобы ваш пассивный доход уже будет достаточен для того, чтобы прилично жить. У каждого свои, опять же, цели. Кому-то достаточно, например, 30 тысяч пассивного дохода, кому-то 50, а кому-то, ну, как мне, например, хочется, ну, либо 200, либо 500 тысяч пассивного дохода. Это моя цель. И я вот к этому хочу идти, прийти, и я об этом рассказываю как раз на своем канале. Я призываю людей, и я просто вот в этом видео показал, что вот как можно организовать простейший источник дохода дополнительный, который будет капать в озеро. Их будет много. В ближайшее время я планирую просто рассказать про те источники доходов, которые есть у меня, сколько получают видеоблогеры, скорее всего, будет называться, потому что я уже сейчас как видеоблогер, ну, это моя основная род занятий. Вот, а, соответственно, там я показал, что вот эту табличку можно просто элементарно скачать, если перейти по ссылочке. Ссылочка была в описании к тому видео. Вы ее можете прямо сейчас перейти, если вы еще не переходили. И там простейшая процедура регистрации. И, соответственно, получить эту табличку всего за 200 рублей. А внутри таблички есть еще одна ссылочка уже на другой ресурс, в котором я рассказываю о том, как заработать, как вы можете создать точно такой же доходик. То есть, смотрите, вы вложили вот в эту табличку 200 рублей, грубо говоря, посчитали для себя, сколько доходов вам нужно, вы определили, сколько доходов, сколько денег в месяц вы должны откладывать для того, чтобы прийти достаточно быстро, сколько вам по силам, к своему пассивному доходу, к доступному. И там в конце этой таблички ссылочка есть, очень важная. Вы можете стать моим партнером, получить уже материал партнерский для того, чтобы начать пробовать делать это. Поначалу это будет сложно, но я вам помогать буду, потому что, смотрите, вот вы будете, скажем, какие-то материалы, которые я вам буду давать, вы у себя в соцсетях размещаете, я вам буду помогать. То, что я умею сам на самом деле, работать в соцсетях, в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке, я не знаю, где интереснее. Кто-то в Одноклассниках работает с успехом, я как бы вот, я в этом ничего не понимаю, честно говорю, но вы можете, если у вас там есть большое количество контактов, и людям понравятся вот эти мои идеи, я буду работать на вас, вы будете публиковать вот эти материалы, просто, так сказать, я буду готовить за вас эти материалы, потому что далеко не все могут готовить, далеко не все могут сниматься, и там будет ссылочка уже ваша, и люди, которые захотят купить вот эту табличку, или люди, которые захотят купить курс биржи для чайников, они его купят у меня, а вы получите соответствующее вознаграждение, ну, там обычно, ну, за курс, насколько я помню, 1000 рублей за каждый курс, который будет куплен по вашей ссылке, ну, либо за табличку, просто вот там 200 рублей, 100 рублей это ваши будут, то есть, соответственно, смотрите, очень просто, вы инвестируете 200 рублей, получаете 100 рублей за каждый проданный экземпляр, и здесь доходы не ограничены. Вот. И сейчас я вам хочу показать просто тот результат, который получился у меня. Если вы посмотрите на то видео, то вы увидите, что оно было опубликовано 2 апреля. Вот, посмотрите, вот мой почтовый ящик со 2 апреля. Смотрите. Сформирован счет на сумму 200 рублей. Сформирован... это мой, это пробный.
потому что, Юрий, ваш счет для оплаты заказа, это мне пришло письмо, это пробный. Дальше, сформирован счет на сумму 200 рублей, сформирован счет на сумму 200 рублей, сформирован счет на сумму 200 рублей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 15, 16, 17, 18, 19, 20, тра-та-та-та-та-та-та. Вот, короче говоря, 30 счетов было сформировано. Далеко не все они оплачены. Некоторые из них оплачены, людям будут приходить автоматические напоминания об оплате. И если это будут как бы счета по вашим ссылкам, 200 рублей – это небольшая сумма. Я не знаю, почему они не все оплачены, но, скорее всего, так сказать, будут оплаты еще. То есть, смотрите, вот элементарно. 30, вы можете посчитать, 30 умножаем на 20, это получается 6 тысяч рублей. На 6 тысяч рублей счета были сформированы, но где-то в районе 1000 уже оплачено, понимаете? То есть за один день буквально, два дня, то есть процессы просмотров этих видео будут продолжаться. А если дать рекламу, то, пожалуйста, 1000 просмотров. И из этих 1000 просмотров какое-то количество людей зарегистрируется и захотят создать свои источники дохода, и они их создадут. Будете это вы или не вы, это уже решает каждый. Вот. Да, кто-то там посмеялся надо мной и сказал, что я занимаюсь фигней и ересью. Ну, кому фигня, а кому-то денежки капают. Вот. Кто-то ехидничает, а кто-то получает. Так бывает в жизни всегда. Потому что люди завидуют постоянно, люди завидуют чужим заработкам, злятся, что они не зарабатывают, но при этом они, я говорю, люди, давайте зарабатывайте. Они говорят, не, нам это не нравится, здесь надо работать. Вот. Я призываю вас сделать свой выбор, и к кому вы присоединитесь, к тем, кто зарабатывает, или к тем, кто ехидничает. Ну, соответственно, вот так. Вот, вы видели, что я просто обещал вам показать, как легко можно создать, ну, небольшой источник пассивного, не пассивного, просто дохода, не пассивного, просто дохода, который вот идет нам из интернета, а дальше я в следующих видео буду, наверное, так сказать, еще рассказывать о том, как это делать, но на самом деле мой канал посвящен все-таки инвестициям, поэтому вот такие видео о том, как продвигать это через соцсети, через как автоматизировать процесс получения денег, я буду, наверное, все-таки больше рассылать тем, кто подписался в качестве партнера, потому что, ну, для того, чтобы помогать тем людям, которые хотят зарабатывать, правильно? Потому что, ну, это не инвестиции, это бизнес, и я буду помогать людям, которые хотят заниматься вот этим бизнесом, которые, хотят сказать, ну, как бы мечтают об этом, потому что, ну, часто очень говорят, там, нет возможности для работы. Возможности для работы есть, потому что если вы смотрите мой канал, значит, у вас есть доступ в интернет. А если у вас есть доступ в интернет, значит, у вас есть возможность зарабатывать через интернет. И как раз именно для вас вот именно вот это было предназначено. Поэтому скачайте, пожалуйста, табличку. Значит, там внизу таблички «Партнерка». По партнерке вы получаете уже материалы, которые будут вас продвигать на то, чтобы как, ну, то есть я буду рассказывать, как создать сайт с кнопкой, как создать простейшие вещи на самом деле, но как получать подписчиков, что с ними дальше делать, как с ними работать и так далее, и так далее. Это будут общие рекомендации. Если кто-то загорится, у того точно получится. Что требуется для этого? Для этого требуется желание зарабатывать деньги и трудолюбие, стремление к этому. Без этого нельзя. Сразу у вас ничего не получится. Я шел к этому 5 лет. И у меня получилось. Вера и труд. Я надеюсь, что это видео будет полезно для вас. Надеюсь, что вы
сделаете элементарную вещь, просто, так сказать, нажмете кнопочку и все. Соответственно, кнопочка будет и под этим видео в описании, если хотите, я ее продублирую. Вот, и в предыдущем видео, в конце данного видео, прямо сейчас вы увидите картиночку с предыдущим видео, которое вы сможете пересмотреть и вообще все, что я говорил про множественные источники дохода, оценить просто саму простоту идеи и все. На сегодня все. С вами был Демятков Юрий. До встречи. Оставайтесь на моем канале.